Департамент городской экономической политики мэрии возглавила Ольга Парфенова. В понедельник нового руководителя представили коллективу ведомства. Ольга Парфенова окончила Омский технологический институт бытового обслуживания по специальности экономика и управление. В 2009 году Омский государственный университет имени Достоевского по специальности юриспруденция. Последние 10 лет работы возглавляла департамент ЗАГС. Прежний руководитель департамента экономической политики Гульнар Айтхожина уволилась по собственному желанию, решив продолжить научную деятельность и защитить докторскую диссертацию. Еще один экс-руководитель этого ведомства Павел Кручинский посоветовал ситуацию не драматизировать, назвав ее обычным кадровым движением. Скорее всего, могу предположить, что Гульнаре Сикахметовне предложили какую-то интересную работу, и она, заглядывая в завтрашний день, предпочла, так сказать, принять это предложение, потому что все равно полномочия нынешней администрации в ближайшем обозримом будут истекать, все равно рокировка произойдет. Поэтому, скорее всего, что человек для себя немножко упредил этот процесс.